Дима, А. обчихба. Чихба. Давай, ты что жрешь? Я конфетку. Конфетку? Я тоже хочу конфетку. Я просто твою аватарку смотрю. Я тоже хочу конфетку. И пи-пу-пу, я тоже хочу конфетку. Пи-пи-пу-пу, Ну, блядь. тут прикольно, прикольно. Не знаешь, Дарт Вейдер, типа пи-пи-пу-пу, блядь, конфетку. Я Отлетел. сказал, сука, не кашлять. Один отлетел. Не, когда кашляешь, два сразу взлетают, чё уж. Вы готовы, дети? А, блин, пол сервера слетело. Как монитор нахуй к стенке прилипнет. Ой, я заебись И был. знаешь, и весь такой мокрый, Рома, давай пока я кашлю. Пока один кашляет, второй заряжается. Ой, блядь, голова заболела, сука. Покашли, покашли, блядь. Нет, это ты уже Все перепонки у кого-то лопнут, блядь. Давай этими дальнобойщиками, похуй. Нахуй Не, мы давай слушаем. в этих. Да ну, Попроси вон у Гелика, типа, буквально 10 тысяч. Понял, нахуй. Не, серьезно, я так делал. Ага. Блядь! Атака. Блять, за мной гелик едет, за мной, сука, гелик едет. Я не похуй, я 150 в повороте, нахуй. 170, блядь! Лево крен. Крен влево, давай. Блядь! Сейчас погуляю, Я дети только о тебе мечтаю, черные Чего есть глаза. стрим? Самые прекрасные Красные, черные черные глаза, глаза. черные глаза, Смотришь, черные Рам? глаза. Вы Нет. кончены, то кашляйте, то 1000 стримов. Давайте, я тоже. Здесь, вот. Давайте, сука, каждый, блядь. Ты где? Саня, стой, смотри, знаешь, что сделай? Зайди к А, Роме все, на понял. стрим, зайди к Роме на стрим. Рома, ты стрим, а Дима зайдет на мой стрим, чтобы смотреть, как Саня стримит Ромин стрим. Ты думаешь, работая мусорщиком, несколько дней ты сможешь накопить себе на БМВ? Не. Так из реальной жизни не Сходи работает. в телефон и принимай. На лицо. Да-да. Так я же, блядь, принял. Вон даже на глазах осталось еще. Во, все, принял. Шутка Вот. понял. Задави его. Нет. Ну этого можно. Какой же ты дружелюбный, слышишь, блин, Дима? Задави его. Чего? Один давит, другой в мусорный мешок складывает, да? А потом едут перерабатывать. Не-не-не, налево на трассу выйдет. Блять, ёбана. На трассу? Вам там На место, трассу, ну, пацаны. что, работу свою забыл, блядь, что, забыл, кто-то пришел. Тебя на работу везу, не забывай. Моя смена уже закончилась. Кто кого перешутит, бля. Я смена закончилась. Глаза, Рома, глаза протри. Размечтался, блядь. Твоя смена только... Блядь. Рома, А? задний привод, пожалуйста, оформи. Сейчас сделаю. Делай, делай, делай. Делай, делай, делай еще. Хасань, 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 Хасань. Хасань. Направо. Опа, опа, братанчик, ты че? На нахуй. О, видел, да? Оп. Собственно, произвольство, так сказать. Спермочка. Матвей. Он отошел. Отошел. Ладно, Рома. Да. Хочешь создать ферму? Ферму? Ферму. Чего? Никого. Догадайся. Петушиную? Нет. У тебя же нос еще не побежал, да? Нет. Я ну тебя подожди. понял. Подожди, говорит.
Не, я просто в пятницу, но близко пришел, говорю, соплей нет, соплей нет. Я тебе запишу и кассу для соплей, все равно ж пойдут. Ну и, короче, через два дня сопли пошли. Я пришел. Правда? Левый руль. Че? Что? Давай ферму создадим. Какую ферму? Ферму Багет. В смысле? Какую ферму? Фирму. Я умираю. О, у тебя дверь открыта. Да. Выпрыгивай. Этот, ну что, давай ферму создадим. Ты главное согласись, дальше ну, важно. Ну а что, заебись, чисто кондиционер. Согласен. На какую ферму-то? Ну ты главное согласись. Меня доить не будут? А, я потом на стадии... Я на стадии монтажа потом посмотрю, чем мы тут базарили. Не, ты скажи, ты согласись, нет? Я согласен. Короче, завтра у меня экзамен, пацаны. Да? Какого рождения? Мое лицо сегодня. Смотрите, когда я не сдам экзамен, пацаны. Когда я не сдам экзамен, я буду такое лицо, как на аватарке. Ромы? Ромы, да. Конечно. Ромы. Это знаешь, а знаешь, а когда сдал, как у Димы будет? А знаешь, когда вообще тебя не допустили, только кусали, типа резня, понял? Знаете, какая у нас была олимпиада по материаловедению? Материаловедение. Нет, мы, блядь, ебаный кроссворд заполняли. Вот это олимпиада. Типа сами придумывали, сами заполняли. Угу. Прикольно. Конечно. Что такое материя? Материя? Ты дебил, блядь. Это есть физическое. Начнем про глубокое. Это материя есть философская категория, дальше хуй знает что. Я это в цитат Светлискуса добавлю. Материя это... Нет, без это. Материя есть философская категория, дальше хуй знает что. Которая дана человеку в ощущениях его. Вон так. Ты как в Библии читаешь. Да, в ощущении его. Я сейчас просто турнир по КС посмотрю. Матрица. Там очень интересная ситуация произошла, хочу сказать. Я, возможно, рассказывал, но не помню кому. Я Роме точно рассказывал. Так, я пока доску нарисую. О, я выехал. Как, блядь? Справа объехал. Короче, я пока нарисую доску. Все главные лица. Так, вот это у нас получается... Блядь, я понял про что ты. Назовем его Груша, хорошо. Не буду называть имя, и это Груша. Сейчас я ему там сделаю. Это Груша. А вот это я. У тебя лицо кривое. Вот, а это Груша. Знакомься, Груша. Всё, показывай. Смотри, получается, это Груша, да. Давай, назовём его Груша. Что такое Груша? Это, короче, друг мой. Ну, потому что я его подставил. Короче, смотри, что было. Мы сидим, короче, на парте, да. А у нас учитель, получается, он любит ходить по классу, да, с фломастером и давать тому, кто пойдет к доске. Он дает мне, говорит такой, типа, ну все, давай, выходи. Мне просто до твоего соседа тянуться далеко. Я начинаю подходить к доске, он говорит, вы на меня там не обиделись? Я спрашиваю, типа, за что? Ну, он, наверное, обиделся на то, что он не пошел к доске, а ты обиделся на то, что ты пошел. Я говорю, нет, он обиделся на то, что не пошел. Он говорит, а, ну сейчас он выйдет. Груша, короче, выходит к доске. Он нам дал вот такое уравнение. Если что, это восклицательный знак. Интегралы. Ну и я, короче, стою такой, нихера не знаю, Груша говорит, надо начертить тут равно. Потом он мне говорит, дальше ты. Я знаешь, что, блядь, делаю? Я вот так сделал. Сделал вот так. Я сказал, дальше ты. Говорю, дальше ты. Блин, пиздец. Ты вообще, да, блять? А он стоит такой, да, ну пиздец. Там у меня собралось немножко материала по Валоранту. Одна каточка. Хи, я думаю, она тебе понравится. Алло. Брейнсторм.
Are you fucking Russian? Да, он русский, ты чё, он с вами в Дискорде сидит, ты о чём, Роман? Рейс, are you fucking Russian? Ты спрашиваешь, ой, по-английски русские они или нет, ты молодец. Русские, русские. Russian, Russian. Ну, правда, правда. Ну всё тогда. Дверь открывай. Вперед, вперед. Эй, нет, вы! Эй, Димон, ты чё? Эй! Сука, не умею. Все, блядь, тикайте нахуй. Эй! Ты... Димон. Эй! Серка. Я подожди, не подойду. Записываешь? Да. Димон. Ты там живой? До слез. Реально до слез. Угадай, чё? Чё? У них у них фул тима, чтоб ты понял. У кого? Я просто не вижу, все размыто, все в слезах. Короче, я предлагаю идти на Б еще раз за Раш. Ты слышишь меня, пупсик? Сайте. А, блять, башня есть. Почему вы там не пикаете, вы не можете объяснить? Ты заебал, блять. Так надо. А можешь кто-то использовать чистого не за пуши или не за рашен? Это такое отсосина просто лютейший. Можешь помолчать? Нет, не могу. Ты посмотри, как ты играешь, иди учись. Я не понимаю. Он реально тут своя тёлка, что ли? Не надо токсичить. Чего? А то, что ты токсичишь, он не будет лучше играть. Я знаю. А мы думаем, что лучше играть? Я и не хочу, чтобы он лучше играл. Играю, пускай. Все, уйди, прости меня, прости, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ну вы же зашли в рейтинговый, чтобы выигрывать, а не... Тихо. Давай, давай. Бам. В чем проблема? Просто не рад сидеть спокойно. На пульте. В чем проблема? Вот видите, вы там зарашили. Какая разница, нахрена ты шел туда? Ты мог спокойно постоять. Большая разница, потому что нас зарашили. Ну зачем ты шел рашить в ответку, дебил? Там двое шарта зарашили того. Да, не было столько. Ты бы стоял спокойно, вот возле респы примерно там, где ты жопу чекал, я бы тебя позвал. Ты что, ебанутая нахуй? Че, мам? Алло. Что? Поменялся. Алло, женщина, нормально тебе в обществе общаться учили или нет? Алло. Чего? Сука, тебе там лет, блядь, по голосу, блядь, тебе 40 лет, нахуй. Мама, сейчас, подожди пару секунд. У нас тут выпендрёжники появились. Нихуя, вот это тактическое, блядь. Ну раз, закрой свой чмо. Ебало, завали свою 40-летнюю шлюху, блядь. Боже, блядь. Слушай, мы просто сгораем над тобой. Ты такую херню сейчас скажешься, потому что это просто прикол был. У нас игра просто не идет. Алло, блядь, уебище. Ты ущербный, блядь, как твоя мать. Раз, закрой свой шалон. Да я знаю, вон лежит. Ты вообще с моим сыном не спорил? Слушай, я тебе реально говорю, ты что, амбициловый, как ты? Мы просто угораем. Ты просто посмейся. Да вот ты там, блядь, пердишь, алло, блядь. Ну, держу, у меня микрофон за 200 рублей, да чё? Чисто, блядь, фулл русня, блядь, из четырех животных. В чем проблема? А ты то с ним все, да, вообще, козел? Ты иди проспись сначала. Смотри. Рот закрой. Куда? Иди ребенка накорми сначала, блядь, 40-летняя шлюха ебаная. Потом пизди, блядь. Хочешь прикол? Это пацан. Чел, ты иди проспись, ты вот как мой голос мог с пупой с тёлкой, ты объяснишь? У тебя что, с ушами проблема, локаторы прочисти свои. А, да там это, за сжетку теперь юбр ее, блядь, ёбывается. Ты дурак, ты не понял? Смысле? Я могу голос менять по щелчку пальца. Я просто думал, ты молчишь, сидишь. Ну ещё 40-летняя милфа, блядь, затащишь раунд. Да без б***. Я бы на том месте оружие взял. О боже, чувак, на нас ещё не взорвалось, зачем ты выходишь?
Я бы на твоем месте ебало бы завалил нахуй. Потому что я пришел с работы. А, ну вот, уставший. Ты сейчас что-то пытаешься с нами тут поспорить. Тебе свои нервы самому не жалко, ну чел. Ну серьезно. А я не пытаюсь с вами нервы спокойно тратить. Спокойно бы замуть. Сижу, угораю под вами. Вот, ну молодец. Слышишь, вы сейчас сидите, пытаетесь самоутвердиться рандомному челику. А в смысле самоутвердиться? 4-летнему, блядь. В рандомной катке вы... Где мы самоутверждаемся? Сидите, пытаетесь самоутвердиться. В каком месте что, мы самоутверждаемся? Это умное слово, что, конечно, рандомному челику 24-летнему ебаному. Ты чё, ты не вкуриваешь вообще? Алло, блядь. Ты чё, не вкуриваешь, долбоёб? Ты пытаешься самоутвердиться? Хорошо, в каком месте я самоутверждаюсь? Давай начнём с этого. Аннигиляторная пушка! Я с тобой, Закройся рот, я надеюсь, тебе понравился этот видос. Если да, то поставь лайк, подпишись. А сейчас я предлагаю тебе немного кайфануть и посмотреть на мое аутро.